Новый формат. Не протокольное заседание, а деловая прогулка по городу. Сегодня первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев встретился с мэром Белгорода Юрием Голдуном и начальником регионального департамента строительства и транспорта Евгением Глаголевым. Они осмотрели центр Белгорода, улицу Попова и Народный бульвар, внешний вид зданий, парковочные зоны, состояние тротуаров и дорожного полотна. Первый заместитель губернатора обратил внимание на нюансы архитектуры и благоустройства. Состояние домов нравится. Содержание покрытия 20 лет понятно, 20-летнего, наверное, идеально. То есть сделано было в тот момент очень неплохо. Организация парковки больше по принципу остаточному. То есть машины засунули туда, где была возможность. Пешеходная зона, мы можем даже туда сейчас пройти. Она очень комфортно сделана с точки зрения организации, но практически тоже там ничего не добавлено вот с того времени 20-летнего. Не обошлось и без разговора с горожанами. Речь зашла об озеленении. Общественное мнение в вопросах благоустройства учитывать важно, считает Денис Буцаев. Хорошее предложение по поводу того, чтобы сделать наоборот растительность таким образом, чтобы она требовала меньше ухода. Я думаю, что центральные улицы центра вольного города, они должны быть сиять. Мы же лицо. Лицо нашей области, правильно? Вообще надо будет обсудить это в общественном формате. Спасибо. Вообще ремонтируются дороги. Очень нравится. Город красавец, правда? Красавец. Чистый, замечательный, зеленый. Удачи вам. Зашел первый вице-губернатор и в один из дворов областного центра. Денис Буцаев отметил, что при проработке плана реконструкции таких малых общественных пространств нужно особое внимание уделять парковочным и досуговым зонам для жильцов. По дворам надо даже не столько с точки зрения ремонта, который был произведен по дорожному покрытию. Хотя, действительно, надо отметить, что с точки зрения качества дорожного очень хорошего. Но благоустройство территории и планировочные решения в отношении парковки машин, детских площадок, открытых площадок. Это тоже нужно отдельной программой. Понятно, что город в этом плане будет нуждаться в помощи.